Это все-таки и спорт, и детские горки. Да, да. Здесь все будет. Смотря отдельно выделенная песочница. Да. Локации и основания менять не будем, Андрей Юрьевич. Воркаут-площадка, освещение, озеленение и все элементы современной детской площадки скоро появятся в новой трехгорке. Глава муниципалитета Андрей Иванов посетил объект, на котором с 1 сентября начнутся работы. Уже обсчитана смета на игровые элементы, это порядка там около 3 миллионов рублей займет, ну и плюс перестелить резинку. Контракт у нас, ну по сути уже есть торги, уже подрядчики определены. Глава поручил включить пожелания жителей по строительству объекта в план. В конце сентября детская площадка уже будет построена. Эмилия Аргелян, телекомпания «Одинцова».